Китайский Ханчжоу примет азиатские игры в закрытых помещениях 2022 года. Решение принято в столице Туркменистана, где в эти дни проходит сессия Генассамблеи Олимпийского совета Азии. На нее в Ашхабад съехались делегаты из 45 стран регионов. Ханчжоу был единственным претендентом на проведение Азиады. Напомню, игры проходили в КНР уже дважды, в 1990 и 2010 годах в Пекине и Гуанчжоу. К слову, в начале 2022 года китайская столица также станет хозяйкой зимней Олимпиады.